обстановка была, карантин, изоляция, и все это тяжело было. Надо было как-то выкручиваться, готовиться. Потом, когда все это более-менее разрешили, все, уходили. Ну, поначалу было тяжело, потому что период, ну, не заниматься всем очень большой. Опять сначала все, с маленьких квестов, там, и отдельная программа для подготовки, и прям с самого-самого начала, с маленьких квестов, и опять все, как пирамида. Федорова Юлия к нам пришла летом 17-го года. Да, 17-го года. Вот. Просто позаниматься. Потом мы приобщили ее к спортивным достижениям. За полгода она выполнила кандидата в мастера, стала второй на ДФО. Вот. Через год она выполнила мастера. В следующем году она стала призером России. И еще через год стала чемпионом России весовой категории до 52 килограмм.